28 августа 2018 год, 8 часов утра. Сегодня начинаю убирать картофель. Вот один сорт вообще зеленый. Может быть, надо было бы оставить, но погода солнечная. И в сухую погоду он будет лучше храниться. Часть картошки уже полегла. Пожухло. Ботву буду собирать под яблони в качестве удобрения. Продолжение следует. 9 часов. Этот же самый день. Я вскопал первую грядку. Она у меня, как вы видите, в тени теплицы. Солнышко пока с утра здесь не светит. А год был жаркий. И вот смотрите, в тени самый большой урожай. Вот это картошки. Раз, два, три, четыре, пять. 25 штук крупных. Одна мелкая. Белый сорт. Вот для сравнения моя ладонь. Вот все почти что такие с ладонь. Потом я взвешу, сколько в одном кусте. Значит, 25, 17, 20, 25, 25, 13, 12. Мыши поели. Ну, мышам тоже надо жить. 18, 20, 8 штук, 15. Ну и первый куст 12 штук. Вот такая грядка у меня пока. Продолжение следует. Второй ряд выкопал к 10 часам. Хочу обратить внимание, под сеном всем хорошо живется. И червям, и бактериям, и мышам, и кротам. Вот один куст у меня такой интересный. Вот съели картошку. Половина картошки съели практически полностью. Здесь у меня вот крокодил Гена. Похож. А здесь его подруга. Старуха Шапокляк. Ну, в остальном картошка хорошая, крупная. Вот здесь начинается Red Scarlet. Иногда пройдусь по ряду. 10, 5, 10, 2, 10, 20, 10, 10. Тоже мыши едят. 10 крупных, 20, 10 средних, 10 с попорченными тоже. Вот здесь хороших 10 крупных. Ну и здесь с краю мало совсем. Сейчас начну копать второй сдвоенный ряд. Это вот первый сдвоенный ряд. Ну, я посчитал, это первый, это второй. Первый, второй из первого сдвоенного ряда. У меня их всего раз, два, три. Вот с той зеленью. И вот четвертый, последний. Продолжение следует. Я, кажется, вытащил самый рекордный куст. Сбегал за штативом, за камерой. Сейчас буду разбирать. Я его копанул лопатой, а потом стал тащить. Еле вытащил. Вот так. Вот так. Вот так. Огромный куст. В нем раз, два,
три, четыре. Четыре плети. Вот такой куст. Сейчас будем считать. Вот тут на пригорке. А потом взвесим. Так. Вот какие. Вот какие. Между прочим, от жары стали ростки уже идти. Так. Так. Ну вот, вроде все. Вот таких. Значит, 12 крупных и мелочь. 5 штук. Сейчас посмотрю, видно их в камеру или нет. Да, видно. Сейчас подойду поближе. Вот у меня они на ладони, видите? Вот вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая с ростками, десятая. Ну, я удорожаем доволен. Я потом взвешу этот кустик. Продолжение следует. 11 часов. Я вам показываю сейчас второй сдвоенный ряд. Между ними вот здесь. Промежуток метр между центрами. Поэтому света хватает и этой стороне, и левой стороне первого ряда. Они друг другу не мешают. Поэтому картошки много. Не жадничайте, сажайте пореже. Здесь у меня в основном Red Scarlet. Вот такой вот урожай. 15, а белой картошки 10 крупных. Здесь вот побольше Red Scarlet. В общем, выборочно. Вот 20 штук, крупная одна. Здесь 10, но зато вот какие огромные. Продолжение следует. 12:30. Я начал копать. 12 часов. Третий сдвоенный ряд. Вначале идет Red Scarlet, вот такие вот крупные. А вот там в конце вот такая зеленая ботва огромная. Это, как оказалось, вот оно, по 10 стеблей. Голландская картошка. Вот, в одном кусте 20 штук крупных, потом взвешу. Вот она. Вот она какая, голландская картошка. Кусты зеленые. Никаких жуков колорадских не было и нет. Чистые, сильный иммунитет у картошки. Много солонина в ботве. Вот, пожалуйста, одна из самых крупных партий. Вот смотрите. Крупнейших 10 штук, средних. Ну каких средних? Вон с кулак. Еще 10-20 штук. Продолжение следует. 14 часов. Я закончил выбирать картошку. Душа радуется.
Вот первый ряд сдвоенный, вот второй, вот третий, и вот четвертый. Здесь тоже есть такие экземпляры. Вот они. В этом году картошка с паршой. Не знаю, в чем дело. Год был жаркий. Теперь выберу из каждого сорта, из самых лучших кучек, среднюю картошку, здоровую. Вот из этой кучи вот такую. Вот голландская хорошо выродила. Вот смотрите, 20 штук. Тут 15, тут 10 крупных. Вот такой урожай. Я все взвешу, замерю вот эту площадь и сообщу в конце, сколько с квадратного метра получилось килограммов. Продолжение будет. Я провел селекцию, отобрал более-менее здоровые картофелины. Вот написано голландская, 35 штук, на посадку в 2019 году. Вот такие я сумел найти, только средние. Меньше не было. Это Red Scarlet, 100 штук. На посадку в 2019 году. Мне очень нравится этот сорт, очень вкусный. И вот белая я назвал в честь соседки, которая нам дала эти семена. Назвал ее Эльвира. Эта соседка Эльвира Ивановна нам дала. Она все время сажает эту картошку. Из всех картофлин она самая устойчивая к парше. Вот я сравниваю. Там это голландская, а это Эльвира. Видите? Поэтому я сажаю всегда три сорта. Эльвиры 70 штук для посадки в 2019 году. Записки положил, чтобы не съесть случайно. Вот так я провожу каждый год селекцию из самых обильных кустов, выбираю среднюю картошку. И вы делаете так же, не прогадаете. Успехов вам! Я вам показываю систему взвешивания. Вот на таком безмене, который взвешивает до 10 килограмм, я сейчас нагрузил 10 килограмм картошки. Кошелка вместе с этим крючком весит 700 грамм. То есть я буду отмерять точно по 10 килограмм. И сейчас я буду носить такими партиями, докладывать то, что не хватает, и точно взвешу всю картошку. Вот такая система у меня замера, с точностью до 100 граммов. 18 часов вечера, я нахожусь в овощехранилище. Я сделал помещение прохладное для того, чтобы в тени овощи тут получше высохли и сохранялись. Вот он мой урожай. В каждом ящике по 10 килограмм. Вот в этих ящиках я вам уже показывал. В трех ящиках на посадку. Вот это голландская картошка. Вот она. Придется первая есть вся в парше. Неустойчивая в парше. Но это крупная. Буду сажать на новом участке на следующий год. Это вот мелочь. Ну, не мелочь, средняя, которую я найду. С яйцо я ее называю. Это тоже голландская. Да. Тоже голландская. Ну, и вот 12 килограмм совсем мелкой. Наверное, курам отдам, соседям. А теперь я пойду вам покажу мои расчеты. Вот у меня здесь небольшая мастерская. Сейчас включим свет. Вот такие расчеты. Итак, Red Scarlet я собрал.
крупная и средняя. 110 килограмм, голландская 25,5. И белой, которую я назвал Эльвира, 54 килограмма. С яйцо я набрал картошки 4 килограмма, бракованные 8 килограмм и 12 килограмм мелочи в кошелке, которую я показал. Всего 213,5 килограммов. Я сходил, сейчас посмотрел площадь. Длина грядки 8 метров, ширина 7 метров. Итого 56 квадратных метров. Разделил 213,5 килограмма на 56, получил урожайность 3,8 килограмма с квадратного метра. Вот здесь я все записывал, когда взвешивал. Так что обмана никакого нет. Сейчас пойду покажу вам убранный участок. Вот такие тыквы я вырастил. Вот они. Килограмм 10, не меньше. Голубушки. Здесь свекла посаженная поздно. Вот, забил колышек 5-метровой рулеткой, отмерил 5 метров, воткнул топор на отметке 5 метров, и вот до того колышка еще 2 метра. И от колышка до штыка вот этого 8 метров. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Вот и все. Радует то, что перекапывать не нужно. Закидаю листьями. Здесь у меня роща березовая рядом. И пусть земля будет под ковром до следующего года. По-моему, все. Желаю всем получить больше урожая, чем у меня. Успехов!